Opel Astra, 2019 год, 1.6 дизель. Слышишь, дядя, постой. Поэтому за два там с пацанами уезжаем. Что когда моя в план, нас никто не узнает. За два дворам с пацанами уезжаем. Что когда моя в план, нас никто не узнает. Пройдем мимо фасту. Машина пригнана из Италии, не имеет пробега по Беларуси, имеет идеальный кузов, полностью весь в родне, ни жучков, ни сколов, ни какой-то коррозии, ничего совершенно нет. На литых дисках с хорошей резиной. Диски, кстати, оригинальные. Машина с очень хорошей комплектацией, не максимальная, но очень близка к максимальной. Линзованная оптика, светодиодные повороты, противотуманки. Тут все, как мы любим, хром, матовые проставки, рейлинги на крыше, антенна, ну и багажник. Это универсал. Багажник здесь огромный, чистый, запаска. Вон, идеальная, даже пыли еще нету на ней. Домкрат. В багажнике у нас динамики, можно друзей возить, пьяных. Шторка. Ну и, в общем-то, очень хороший, чистый, здоровый багажник. Салон ткань, исключительного качества ткань. Дверная карта пластик, ткань, электрические стеклоподъемники, органайзер и огромный динамик. В салоне у нас механическая коробка передач шестиступенчатая, обычный ручник, не электро, обычный ручник держит, само собой, машина новая. И очень стильная у нас панель. Вверху пластик, а здесь такие алюминиевые проставки. Смотрится очень стильно и дорого. Мультируль. Круиз-контроль, климат-контроль, кондиционер, датчик дождя, подогрев заднего стекла, подогрев зеркал, автоматический свет. Ну, впереди у нас, само собой, электроподъемники передние и задние, электрорегулировка зеркал и блокировка дверей. Вот так вот интересно у нас вынесен прикуриватель с заглушкой. Подстаканники, как я люблю. Ну, лично для меня это огромный плюс, потому что я всегда езжу, и вот некуда поставить это кофе. Это для меня плюс. Подлокотник. Полочкой с такой, органайзер под мелочь. Штатная магнитола с сенсорным экраном, с очень хорошей музыкой. Я же говорю, динамики даже есть в багажнике. Люка мы здесь не имеем. Потолок светлый, чистый, ничего не провисает. Состояние абсолютно нового автомобиля по салону. Сиденья полуэлектрические, то есть вперед-назад они регулируются механическим образом, а регулировка вверх-вниз у нас электрическая. И вы знаете, машины мы уже поставили в ряд, и самое основное, что хотела сказать, забыла. ГРМ здесь у нас цепь. И цепь была заменена вот буквально только что. Заменена цепь ГРМ и заменено новое масло. И это все при родном ее пробеге 138 тысяч. То есть машина полностью технически обслужена. Ну и, в общем-то, мы имеем отличный автомобиль, который имеет состояние абсолютно нового автомобиля. 138 тысяч у него пробег. Напоминаю, что по Беларуси у него пробега нету, пригнан только из Италии. С идеальным кузовом, с идеальной технической частью. Новый автомобиль за 13 650. Ждет вас в Автохаус Гранд. Все контакты в шапке профиля.